двухмоторный одноместный самолет «Пегас» является свободно несущим монопланом с низким расположением крыла и не убирающимися шасси. Самолет «Пегас» изготовлен из дерева, фанеры и простой углеродистой стали и рассчитан на крупносерийное производство с небольшими материальными затратами. Использование его предполагалось в качестве штурмовика и бомбардировщика для атаки танков и мотомехчастей противника. Опытный экземпляр самолета «Пегас» был построен заводом номер 288 НКАП в январе 1943 года под руководством главного конструктора генерал-майора инженерно-авиационной службы товарища Томашевича. Государственные испытания самолета «Пегас» были закончены в июне 1943 года. Испытания проводили инженер-майор Аброщенко и летчик-подполковник Жданов. Двухлонжеронное крыло самолета имеет в плане трапециевидную форму. Крыло изготовлено из дерева и состоит из центра плана и двух консолей, имеющих постоянные щели типа Lockheed. Фюзеляж деревянный, имеет бронированную кабину летчика. Хвостовая часть фюзеляжа деревянная с фанерной обшивкой. Хвостовое оперение одно килевое с расщалками. Неубирающиеся шасси одностоечные консольного типа с раскосами имеют резиновую пластинчатую амортизацию. Костыль сошнякового типа с резиновой пластинчатой амортизацией. На самолете установлены два мотора М-11F воздушного охлаждения с номинальной мощностью у земли 140 лошадиных сил. Винты деревянные диаметром 2,4 метра. Каждый мотор имеет независимую систему питания горючим из сбрасываемого металлического непротектированного бензобака емкостью 153 литра и расходного бронированного бензобака емкостью 20 литров. Общая емкость всех бензобаков 346 литров. Контрольные моторные приборы расположены позади каждого мотора. В носовой части фюзеляжа на жестком лафете установлен один пулемет УБК калибра 12,7 мм с боезапасом 140 патронов. Под фюзеляжем самолета устанавливается специальный мост с пятью замками для подвески пяти бомб по 50 или 100 кг, или двух бомб по 250 кг, или одной бомбы в 500 кг. Бомбометание с самолета «Пегас» может производиться с горизонтального полета, но прицелом самолет не оборудован. Вместо моста для бомб может устанавливаться легкосъемный лафет с двумя пушками ВЯ калибра 23 мм с общим боезапасом 160 патронов. Прицелом для стрельбы из пушек и пулемета служит кольцо и мушка, установленные впереди козырька кабины летчика. Радиостанции самолет не имеет. Бронированная кабина летчика имеет броню. На передней стенке толщиной 13 мм, на задней стенке в верхней части 13 мм и в нижней части 10 мм. Боковые стенки и пол кабины имеют броню толщиной 6 мм. Вес пустого самолета 1450 килограммов. Центр тяжести пустого самолета лежит на 29,45% средней аэродинамической хорды. Нормальная нагрузка самолета состоит из летчика 90 килограммов, горючего 170 килограммов, масла 27 килограммов, пулемета УБК с боекомплектом 45,5 килограмма, съемного лафета с двумя пушками 366,5 килограмма. Нормальный полетный вес самолета 2150 килограммов.
Центр тяжести груженного самолета лежит на 30,2% средней аэродинамической хорды. При установке вместо пушечного лафета бомбардировочного вооружения с 500 килограммов бомб полетный вес самолета составляет 2320 килограммов. Центр тяжести самолета с этим полетным весом лежит на 29,95% средней аэродинамической хорды. Длина разбега самолета с 200 килограммов бомб 345 метров при взлетной дистанции 800 метров. Максимальная горизонтальная скорость самолета с пушечным вооружением равна у земли 172 километрам в час, а на высоте 1000 метров 169 километрам в час. Время набора высоты 1000 метров 7,7 минуты. Практический потолок 2620 метров набирается за 32,5 минуты. При подвеске 5 бомб по 100 килограммов скорость полета уменьшается на 5 километров в час, а потолок снижается до 1900 метров. Максимальная дальность полета на высоте 700 метров – 410 километров. Длина посадочной дистанции – 810 метров. Длина пробега – 440 метров. Самолет «Пегас» не был рекомендован для серийной постройки из-за недостаточной его живучести, плохой маневренности и недоступности по технике пилотирования массовому летчику, на которого он рассчитывался.